Всех приветствую, с вами Александр. Я продолжаю играть модификацию Клондайк под прикрытием смерти. Я на свалке, у нас есть срочное дело, отправиться на Агропром. До этого я хочу еще осмотреть локацию. Может, здесь есть что-то интересное? И присутствуют еще какие-нибудь сторонние задания или квесты. Не буду пока спешить. Нет, походу здесь живых персонажей вообще нет. Нужно сбегать на стоянку сталкеров возле брошенной техники. Возможно, они нам что-то интересное расскажут. Так, на мини-карте вижу впереди труп. Кто это? Лейтенант Туманов. Задание выполнено, найти пропавший отряд. Да, мы выполнили задание по поиску всех членов отряда. И теперь у нас остается одно задание, отправиться на Агропром. Так, а награду за это задание выполненное будет у нас? Или нет? Там внизу аномалия, они полезут туда. Так, а что здесь у нас? Вертолет какой-то. Интересно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все в аномалиях жарко, да? Может, возле вертолета есть что-то? Очередной грузовик. Может, еще одна рессора будет? Нет, здесь ничего нету интересного. Ладно, остается нам одно. Отправляемся на Агропром. А нет, все-таки... Все-таки где-то есть артефакт. Отлично. Еще артефакт. Медуза. Так, и где у нас переход на Агропром? На кордон, да, там я был. На Агропром. Хорошо, будем продолжать на Агропроме. Сержант Короленко, сталкер, какого хрена ты тут делаешь? Вали отсюда, пока не застрелили. Спокойно, сержант, свои. Простите, товарищ. Не нужно никаких имен и званий. Я Аркан. Как скажешь, Аркан. Ты, я как понимаю, на нашу базу отправляешься. Да. Думал и туда заглянуть. А что? Просьба к тебе есть. Понимаешь, у нас тут радиация.
Рация накрылась, связи с базой нету. Нужно рацию починить, а это только наш технарь может сделать. Отнеси рацию ему. Тебе ведь все равно по пути. Я бы одного из бойцов отправил, но не положено пост покидать. Ладно, давай свою рацию. Новое задание на Агропроме появляется. Починить рацию. Так, и где рация? Да, рацию вижу. Ну, я слушаю. Также у нас на Агропроме есть задание. Срочное задание. Нужно забрать карты местности Темной долины. И туда мы должны отправиться также, чтобы найти пропавшую группу. Пусть военные отстреливают кабанов. Так, два задания здесь. Это явно не здесь. И не забыть отдать технарю рацию. Нужно осмотреться хорошенько, чтобы ничего не пропустить. Здравия желаю, майор Касимов. Приветствую, майор. Думаю, полковник Тарасов тебе уже сообщил о моем приходе. Да, Аркан, только что пришло известие. Тебе нужны карты, где указан переход в Темную долину, значит. Держи. Отлично, сейчас посмотрю. Да, еще у меня к тебе есть небольшая просьба. Недавно во втором корпусе завода завелась группа кровососов. Днем они там сидят, ночью выходят на охоту. Уже много наших полегло. Ну так вот, если будешь проходить мимо, кинем пару гранат. Да и скалаша добей. Во втором корпусе завода. Не вопрос. Срочное дело выполнено. Срочное дело отправиться на Агропром. Уничтожить кровососов. Новое задание. Пока. Аркан, планы поменялись. Команда срочно требует приступить к операции. Поэтому мы уже должны быть в Темной долине. В общем, жду тебя там. Переход на свалке. Так, и что? Нам остается найти технаря. Во втором корпусе завода. Чего тебе? Приветствую. Так, лейтенант с блокпоста вашего просил тебе рацию на починку передать. Да вот, блин, опять расхерачили. Им только ломай, сами понимаешь, нихера сделать не могу. Так сломать? А сломать так запросто. В любом случае, спасибо тебе. А то майор уже думал отряд на блокпост отправлять. Теперь понятно, почему они на связь не выходили. У тебя это, если что сломалось, ты ко мне тащи. Починю с ударом. Отлично. Так. Стоимость 5. Так он же говорил за даром. Нет, все-таки деньги снимают. Чего тебе? Срочно дело встретиться с отрядом в Темной долине. Здесь, как я понимаю, логово кровососов. Давайте попробуем параллельно выполнить и это задание. Только я не понимаю, почему никакой награды за это не дают. Пройдя через свалку, я оказался в Темной долине. И сразу же нас встречает поисковой отряд, насколько я понимаю. Ну, я... Так, здравия желаю, до встречи. Здоров. Мое дело стрелять. А насчет поговорить, это к командиру. Странно. Встретиться с отрядом в Темной долине. Хорошо. Может, ты все-таки... О, ну что, товарищи, готовы? Да, готовы.
Радиооборудование с собой, значит, план такой. Твоя цель — прикрывать нас в случае встречи с мутантами. Открываем огонь на поражение. Бьем из всех, из четырех стволов. Если кто-то не успеет, начнет стрелять позже, то нашей команде капец. Командование уже сообщило, где пропала связь с вертолетом. Двигаем туда. Хорошо, что будем делать, если контролеры опять встретим? Опять же ведь будет та же история. Нет, у меня есть устройство, обеспечивающее пси-защиту в радиусе 20 метров, так что далеко не отходить. Вопросов больше нет. До встречи. Он говорит не расходиться, они побежали по низу. Странно вы, ребята. Забегу немного вперед, осмотрюсь. Место падения вертолета, да? А где этот вертолет? Слышу каких-то тварей. Завалили одну из тварей. Это была химера. Надеюсь, не будет здесь псевдогиганта. Хотя в 4 ствола мы должны и его снести. Так, куда ты пошел? Прям через воду. Один потерялся, как всегда. Отсутствие вертолета. Поговорить с капитаном. Хорошо. Ты не капитан, ты капитан. Слушаю вас, товарищ майор. Ну ни хрена себе, прошли 20 метров и уже химера. Если так дальше пойдет, то нам не выбраться отсюда. А вот вертолет, собственно говоря, где? Что-то я ничего не вижу. Судя по всему, здесь только оборвалась связь, а вертолет продолжал лететь. Значит, здесь аномалия какая-нибудь воздушная или связь специально заглушили. Это можно проверить? Да, мы предусмотрели такой вариант. Есть у меня прибор, сейчас посмотрю. Да, уж интересно, что же там такого везли на в этом вертолете, что от него теперь столько проблем. Да, действительно. Здесь расположены специальные глушилки, причем 2 штуки. Сможешь их изъять? Разумеется, кидай метку на ПДА. До встречи. Пропавшая связь. Найти глушилки связи. Необходимо 2 глушилки связи. А здесь у нас что? Зона трансмутации артефактов. Но опять-таки повторюсь, у нас нету еще рецептов на трансмутацию. Поэтому в эту зону пока лезть не стоит. Ладно, ребят, думаю, на этом завершить серию. А за глушилками мы пойдем в следующем. С вами был Александр. Всем пока.